Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы с вами продолжаем строить наш завод по производству машин. Так, деньги. Вроде бы я нашел золотую середину. Так, новый автомобиль. Беретта пусть будет. Беретта пойдет. Так, по поводу исследования. Давайте тир 4 сделаем. Исследуем. Так, нам надо сейчас подкопить денег, и мы начнем производить белую. Давайте ускоримся. По ценам я вроде все так же оставил. Так, нам надо расширить, или нам хватит вот этого? Этого нам хватит на 3 машины. Но у нас опять же нет денег. Катастрофически не хватает. 6 сборщиков у нас. В принципе, они справляются неплохо вроде бы. Тут же их можно как-то разбить. 3 здесь. 3 здесь. Ну, соответственно, да, по 3 они будут там и там. Это будет, я думаю, правильно. Но посмотрим, это не точно. Копим пока что деньги. Или нет, не копим. Давайте ставим на паузу. Берем кредит, наверное. На 4000 сразу же. Идем в исследование. Еще одну зону продаж открываем. И сразу же строим ее. Достаточно места. Ну ладно. Сейчас увеличим. Так, достаточно места будет, надеюсь. И ставим здесь зону продаж. Еще одну. Соответственно, также ее делаем. Хотя вот эти нам не нужны. Продаванов у нас сколько? Продаванов 2. Давайте наймем 3-го. Соответственно. И вот эту зону сейчас сдвинем. Нет, не здание, а зону, я говорю, сдвинем. Вот так. Так, здесь у нас будет... Мы еще и не сделали, да? Да. Здесь у нас будет выпускаться вот эта вот машина. Соответственно, соответственно, вот это нам надо продать. Вот это сюда, и вот это сюда. Все правильно? Все правильно. А как их продавать по отдельности? Я же как-то делал. Вот это убираем. Тут черные, все правильно. Вот таким образом начинаем. Тут делаем минус один сборщик, тут минус один сборщик, и сюда, соответственно, 2. Все. Продажи вроде бы пошли. Вот эту машину сюда. Ставим сразу же 100%, потому что иначе мы теряем
очень много денег. Так, ну сборщиков нам надо, видимо, еще. Раз, два, три. Вот так. Тут три. Тут три. А тут пусть два. Потому что это у нас самая популярная модель. Надеюсь, что все получится. Но, опять же, это не точно. Потому что именно в людях здесь все и зависит. А, да, запустить производство. Они то халявят, они ходят, понимаешь ли. Все уже смотрят новую модель. На рекламу пока у нас денег, соответственно, нет. Одного изобретателя я оставил. Два места, ну ладно. Наверное, надо бы прикупить еще, но денег нет. Чтобы у нас больше было сборщиков. Либо уменьшить носильщиков. Давайте одного уберем. Носильщики у нас справляются, вроде бы, дай бог, со своей задачей. А вот сборщики нет. Давай тебя. Машины в дефиците у нас. Кстати, 99 спрос. 100 спрос. Вот это да. Давайте сюда еще одного поставим, чтобы быстрее собирали. Потому что на нее самый большой спрос сейчас в данный момент. У нас стоянка не успевает даже заполняться. Первая, кстати, сошла с конвейера. Наша машинка, наша Беретта. А там уже очередь за ней. Красную купили еще до того. А нет, она уже была в наличии, да? Да. Все ждут. Так, ну давайте еще одного сборщика делать. Что делать? Надо больше сборщиков. Тут 4. Тут 2. Давайте 3. Потихоньку будем искать середину. 3, 3. Тут 4. Да, все правильно. 2000 у нас долг. 1200 мы пока гасить не будем. Потому что денег у нас не хватает. Я специально ускоряю, чтобы, ну, не тянуть кота за энные места. Вот у нас две машины появилось. Сейчас сразу же их заберут, я думаю. Непрофессионал. Да вы чё? Ребята, вы не можете продать? Отлично. Эту продал. По три модели продавать, я думаю, это самая пока что для нас золотая середина. А сколько стоит улучшить сборщиков? 2000. Давай. И возьмем еще тогда кредит, чтобы нам не разориться. Ну и, соответственно, нанимаем еще раз. 2, 3, 4. 15. По 5 на каждую. 5. Соответственно, 5. Ну и, соответственно, 5. Не знаю, пойдет ли это нам на пользу или нет.
Ну, по идее, должно. Также, наверное, надо третий конвейерную ленту открывать, чтобы три стадии сборки было. В принципе, можем сюда. Ну, хотя не можем. И так не хватает. Народу. Детали вроде есть, а народ шевелиться особо не хочет. Машины улетают, как горячие пирожки. Что там по спросу у нас? Давайте, наверное, повысим цену на брата. Вот так. Если вы так ее любите. Потому что затраты же я увеличиваю. А производство пока что у нас не сильно-то окупается. Что там у нас с долгами? Ну, покупают. Покупают, это хорошо. Сборщики вроде успевают. Да, надо открывать третью конвейерную ленту, чтобы было быстрее. Это у нас где? Это вот здесь, да? Да, 4 можно делать станции сборочных будет. Соответственно, увеличивать наш завод. Но денег пока не особо. Чтобы особо. Давай, поднимем маленько. Одна машина всего в наличии. Ну вот теперь, ладно, 3. На эту больше деталей, поэтому будет дольше ее собирают. Тут 5 из 5. Давайте 1000 возьмем. Ну что вы, будете покупать машины? Новые машины, блин, стоят, простаивают. Да, дороговато, видимо. Давай, ладно. 105. 100. Ладно, по 100 будем продавать. Хотя бы в минус не уходили. Плюс маленький, но есть. Но зато появились машины. Это уже радует. И деньги утекают вообще, как вода. Где наши продаваны? Что-то не успевают наши продаваны. Нам надо всего-то ничего накопить 1000-3-4. Что там с кредитами? Последние выплачиваем сейчас. Ну, купите машину. Ну, пожалуйста.
Купите машину, блин. Не хочу я в минус. Где покупатели? Из минуса не дают вылезти, смотрите. Приходят вроде бы, но не покупают. Самый ответственный момент. Ну, давай, бери. Хорошая машина, мужик. О, вот это сразу к делу пришел, и все. Низкого качества, как низкого, серьезно. Спрос такой бешеный на машины, не можем продать. Берем кредит. Отлично. Он взял кредит и сразу же продал машину. Как так, непонятно. Когда есть кредит, они его не покупают, не хотят. Но реклама нам не нужна, потому что машин у нас мало. Так, отлично. Мы вышли из минуса, гасим кредит. Новая модель еще в разработке, поэтому пока мы не спешим никуда. Сколько тебе ее разрабатывать? О, еще долго. Мне еще надо здание для отдыха рабочим построить, я хотел. Так, ну давай кирпичное здание где-нибудь вот здесь в углу сделаем. Я не знаю, какое оно должно быть. Ну, допустим, вот так. Зона предназначенная. А, мы ее не открыли, видимо. Да, скорее всего, мы ее еще не открыли. Мужик, купи машину. Молодец. Стоянка начинает заполняться. Рекламу пока мы дать не можем, к сожалению, ждем. Отлично, еще одна ушла. Давайте пока глянем, где мы можем открыть для рабочих что-нибудь. Исследования нет. Базовые украшения. Зона сотрудников. Вот. Открывает зону для сотрудников. Специально отведено место, где сотрудники могут отдохнуть и повысить свои способности. 500. Дорого. Купите пару машин, и я открою зону для сотрудников. Давай покупай, мужик. Ну, все делается, все хорошо, отлично. Можно открыть зону для сотрудников. Теперь они у нас могут тренироваться. Для тренировки транспортера полезно. А почему все закрыто? То есть еще надо что-то открывать? Стул, полка механика. 1500 стоит. Да вы серьезно? Механические навыки. 2. Не, ну это не серьезно. Пока у нас нет таких денег. Thank you.
что, рискнем еще раз? Попробуем. 110. Хотя у этой спрос еще не такой. Ну, берут, в принципе. Не так, как хотелось бы, но берут. Плюс идет. Уже хорошо. Все деньги уходят у нас сейчас, в принципе, в исследование получается, да? Так, механические навыки. А здесь выносливость и счастье. Давай возьмем. Давайте потихоньку тогда ставить будем как-то это все дело. Четыре. Ну, побежали, смотри, сразу. И что ты тут будешь делать? Просто пришел, посидел. Стой. И что у тебя от этого повысилось? Ну, надеюсь, что-то повысилось. Так, например, механики. Модификации работают. Вот, тренировать, да? У всех ставим тренировку. Или нет, давайте хотя бы по 5 человек. Вот так, первые 5 тренируются сейчас. Потом следующие. И постепенно, так я думаю, до ума доведем это все дело. Так... Дальше по технологиям. Что мы делаем? Мы открываем еще вот это. И ставим с вами еще сразу же. Вот таким образом. Что-то звук сломался. Нет, вернулся. Хорошо. Вот так. Тут переставляем вот так. Ну, примерно, да? Чтобы был быстрее у нас конвейер. Работал. Так, сюда. Заказываем сюда. Заказываем сюда. Нет, стоп. Туда-туда не заказываем. Вот эту удаляем. И вот эту тоже удаляем. Вот эту надо. Вот так. Вот эту тоже надо. Вот здесь. Вот так заказываем. И вот так заказываем. С этой. Ну, вот так, соответственно. И так. Вот теперь все хорошо. И денег у нас мало. Вот это пугает. Вроде бы мы улучшаем производство, ускоряем. Но стабильненько уходим в минус. Ну-ка, пришли, раскупили все машины. Молодцы.
Вроде сборка идет неплохо. Сюда 5. Сюда 5. И сюда 5. Все. На каждом конвейере по 5 человек. Опять минус, но блин. Ну, машины пошли. Прям хорошо пошли. Механики наши не успевают, короче, сходить, поднять свое мастерство, насколько я понимаю. Давайте еще наймем. Раз, два, три, четыре, пять. Еще одного надо. Шесть, семь, а тут вот 8. Ага. 7, 8, 5. Ну тут по максимуму у нас все уже стоит, да? Сейчас должны собирать как не в себя. И сейчас у нас будет новая модель. Прямо на подходе. Давайте, удивите меня. У меня 27, 8, 5. Ну, в принципе, да. Но я бы не сказал, что прям намного быстрее. Давайте всем тренироваться. Поставим. Можно как-то всем сразу, нет? По одному только, к сожалению. Но по 4 человека можете тренироваться. Машин все еще не хватает, но деньги идут. Сколько процентов? 75. Давайте еще одного следователя наймем. А не то мы так будем ждать до послезавтра новые модели. Так, ставим сюда третью. И нам надо открывать еще один торговый этот, да, получается? Сколько он стоит? 4000. Да вы серьезно? 4000 дороговато будет. Беретто. 10. Все. Купим 4000. Механики вроде бы тренируются. Не знаю, 5 носильщиков хватает? Вроде хватает. Четыре тысячи, вот это они, да. Вот по 4 человека ходите, тренируйте. Сейчас поставлю вам еще 5-й. Чтобы по 5 ходили.
Так. Ну, скоро уже, скоро. У нас стоянка заполняется в первый раз за две серии, представляете? И кое-как мы выходим в плюс. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы будем заканчивать данную серию. В принципе, у нас из кризиса мы вроде бы как выходим потихоньку. Сейчас у нас будет хотя бы 1005. Мы откроем еще один торговый стенд для четвертой модели и будем производить, соответственно, 4 конвейерные ленты будут производить 4 машины, соответственно. Ну и думаю, плюс пойдет уже побольше. Подписывайтесь на канал, если вы все еще этого не сделали. Также не забывайте прожать ваш королевский лайк, если вам понравилась данная серия. Также пишите, как вы относитесь к данной игре. Ну и чтобы не потерять со мной связь, не забывайте подписаться на канал. Если закроют YouTube, то, соответственно, подписывайтесь также на Рутюб. Ссылочку вы найдете в описании под этим видео. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!